Всем привет, дорогие друзья, с вами Неломоб, и сегодня мы записываем такой челлендж, который я уже однажды записывал только в альфе 2. Это альфа 3 Hello Neighbor, и мы сейчас будем записывать челлендж под названием, как вы уже поняли с картинки и с описания, магнитный челлендж Hello Neighbor. Итак, если же вы не смотрели видеоролик уже подобный к этому, то вы можете зайти в описание к видеоролику, и я там оставлю ссылку на то, как я проходил такой же, как бы делал такой же челлендж, только в альфе 2. Ну, а прежде чем мы начнем, я хочу всех поблагодарить за то, что вы смотрите мой канал, то, что советуете друзьям мои видеоролики, потому что, наконец-то, у нас уже на канале перевалило за 2 миллиона просмотров. Казалось бы, подписчиков не так-то и много, но нельзя сказать, что вообще совсем мало. Ну, то есть, ну, просмотров, конечно же, намного больше, чем подписчиков, но мы уже приближаемся к такой отметке, как 7000 подписчиков. Для меня это очень приятно, что вы меня поддерживаете, ставите свои пальцы вверх и всячески пишете полезные комментарии, советуете, какой бы еще снять челлендж и что бы еще сделать. Видел также комментарии, ребята пишут про книги, что можно было бы сделать челлендж о том, как... Сколько книг можно собрать в Hello Neighbor? Ну, в разных альфах. Про это тоже, я думаю, возможно, в скором времени снимем видеоролик. А сегодня же мы снимаем магнитный челлендж. Итак, у нас будет две номинации. Первая номинация будет касаться вообще все вещи, которые нам удастся найти, которые магнитятся. Это будет одна как бы куча, одно число вещей. А второе число будет именно вещей, которые чтобы не повторялись больше. Понимаете? Чтобы повторяющие вещи не считаются. То есть сколько всего... есть вещей такие, которые магнитятся в Hello Neighbor Alpha 3. Ну, мы видим сейчас... О, часы. Первая вещичка — это часы. Магнитится, чудесно магнитится. Значит, проверено. Что еще? Коробка, молоко. В принципе, могло бы... Ну, не молоко, а клей. Мы все знаем, что это клей. Машина. О, кстати, меня сосед, по-моему, заметил. Шум пошел, как будто он бежит. Мы спрячемся в дом. Посмотрим, кстати, в доме. Что у нас тут? Телефонная трубка. Телефонную трубку бросаем. Пробуем подтянуть. Нет, она не магнитится. Трубка не магнитится. Что у нас тут есть в доме еще? Я не знаю, но сейчас посмотрим. Не знаю. Тут на кухне, то есть не на кухне, а в ванной у нас ничегошеньки нету. И вряд ли здесь что-нибудь можно будет примагнитить. Мне кажется, что нужно идти в соседа дом и там начинать что-то искать, магнитить. Ну как здесь уже, собственно, ничего у нас и нет. Ну, мы знаем, что сосед у нас в доме довольно такой хитренький, но мы нашли еще одну вещь. Итого у нас уже две вещи, часы и лейка. То есть пока что две вещи мы нашли в Hello Neighbor Alpha 3. Давайте же двигаться дальше. Начнем с коридора, наверное. Или все-таки... Не, нужен будет фонарик еще. Значит, что у нас здесь? Шляпа, ботинки. Вот то, помните, в предыдущем видеоролике один ботинок у меня пропал. Эта штука... А, мы помним, что там есть ключ. Нам нужно обязательно достать этот ключ. Для того, чтобы достать этот ключ, нам нужно, по-моему, хотя бы три ящика. У нас один ящик не хватает, одного ящика. Ладно, ставим пока что вот так. Раз, два, три. Еще один ящик нужен, чтобы мы залезли. Ну, возьмем на всякий случай. О, пропали, ладно. Теперь уже без выходной ситуации. Нам придется как-то пытаться достать ключ. Ах, завалилась вся моя конструкция. Надеюсь, что у меня не потрачу много времени на эту конструкцию. У меня все получится быстренько совершить. Так. Есть, запрыгнули. Теперь нам помним... А, я уже стою на краю. Мне нужно дернуть рычаг. И откроется ключ. Да, мы еще одну вещь нашли. Итого у нас три вещи, которые мы уже получили. Это часы... Чайничек, золотой ключик. И нужно найти теперь синий ключ. Но синий ключ, золотой ключ нам пригодится для того, чтобы открыть кладовку на втором этаже. Поэтому пока что мы его берем с собой и двигаемся на поиски наших приключений. Нам нужно найти пушку и все остальное. Но тут у нас еще кухня есть. Давайте, может, по-быстренькому пооткрываем. Может быть, что-нибудь... О, еще один чайничек. Он остался у нас в руках, чудесно. Но это будет в отдельную кучу. Чайник уже у нас был. То есть это мы будем тоже считать потом общее число. Пока что у нас три вещи, которые... Ага, мусорные баки. Есть мусорные баки. Это считается отдельной вещью, которую можно поставить поближе.
Вот, значит, мусорный бак, и тут еще есть мусорный бак и крышки. Крышка, я считаю, считается отдельной вещью, поэтому мы ее тоже ставим сюда. Все остальное, что будет повторяться из мусора, имеется в виду мусорный бак и крышка, это уже относится совершенно к другому. Но оно для общего числа, оно может, конечно, подойти для общего числа, для общего подсчета. То есть это вот сюда разделяем, все четенько делаем. Это тоже вот сюда. Крышка у нас уже тоже была, тоже вот сюда. Кстати, что насчет почтового ящика? Почтовый ящик, ничегошеньки, тут у него... Ой-ой-ой, ничего, в почтовом ящике не магнитится. Что же тут еще? Табличка. Крышка, табличка не магнитится. Что у нас в этом ящике? Ничего нету, и больше ничего здесь не магнитится. Быстренько крышку относим на свое место, в нашу отдельную кучу. Здесь, которая не повторяется, а здесь общие вещи, которые будем потом подсчитывать в конечном итоге. Колесо. Колесо тоже новая вещь, которая ранее у нас не встречалась, и она относится к этой куче. Сюда ее сбрасываем. Хорошо, бежим, бежим, бежим дальше. Сосед почему-то стал возле двери и... Ага, он капкан выставил. Мне кажется, что капкан тоже относится к тому, что нам нужно. То есть, ну, если мы попробуем... Угу, сосед установился. Попробуем попасть в капкан, возможно... Ну, он там как-то он играется с той дверью, и соседа лучше сейчас не тревожить. Нам нужно как-то попасть... Ага, он все-таки меня заметил. Не знаю, попасться ему лучше в руки или нет, или просто убежать. Пускай он лучше свалит себе домой, а мы сейчас будем дальше разбираться. Что же нам придется тут как-то теперь хитрить. Он пошел туда через забор и за дом. Мы видим, что капкан нас там ждет, который мы можем себе тоже забрать. Это, кстати, капкан может же в игре быть сколько угодно капкана, потому как он их бесконечное число ставит постоянно. Но мы в нашу кучу неповторяемых... Мы капкан забрали, когда в нем была мусорка, и поэтому капкан не засчитался. То есть капкан, по идее, мы словили, но его у нас... Или нет? Или это он? Нет, мы просто мусорку забрали. Обидно. На капкан могли намутить. Но пока что его мы не нашли. Ладно, будем двигаться на кухне дальше. Тут на кухне что можно? Тарелки. Странно, что микроволновка не магнитится. Тут ничего нету, все надо обыскать. Все надо обыскать. Все просмотреть, молоко не магнитится. Тут ничего нету. Фонарик, кстати, нам очень даже может пригодиться фонарик в наших поисках. Потому как иногда бывает очень темно и неудобно ничего. Здесь ничего не магнитится, ничего, ничего, совершенно ничего не магнитится. То есть мы, по сути, кухню мы полностью разведали и можем двигаться теперь дальше. Кстати, вот. По поводу телефона. Возможно, телефон магнитится. И это мы сейчас проверим. Нет, телефон тоже не магнитится. Что у нас тут еще? Тут ничего нету. Ваза не магнитится. Пульт. Пульт, возможно, пульт. Он тоже как бы... Нет, но пульт не магнитится. Телевизор. Телевизор не магнитится тоже. Тут ничего нету. О, фонарик, фонарик. Вы видели? Фонарик. Вот в эту комнату нам нужно обязательно вернуться, потому что там были вещи, которые нам нужны. Что же тут есть? Что-нибудь достанет с окна? Нет. Через стекло, к сожалению, ничего не магнитится. Нам придется идти снова через двери. Но она засекает. Нам нужно убегать, опять убегать, потому что... Ага, бинокль. Я не заметил. Вот он, бинокль. Он сверху на машине. Ставим его... Давайте вот сюда и оставим. Сюда попробуем на столик. То есть у нас плюс одна вещь. Раз, два, три, четыре, пять вещей. Шесть вещей. Шесть вещей, которые у нас магнитятся пока что мы нашли. Сколько найдете вы? Интересно. Вы про это, конечно же, напишите в видеоролике. Ага, он не может закрыть дверь, потому что там я наставил ящиков. Хорошо, это очень замечательно. Попробуем сейчас разбить и убежать. То есть окно мы ему разбили, и теперь мы сможем, по идее, забраться через тихонько туда, через окно, и забрать там вещи, которые бинокль и фонарик. Фонарик мы сейчас используем, он тоже магнитится, насколько я понимаю, но он нам пригодится еще, потому что мы будем заходить в какие-то темные места, темные закоулочки. А вот сейчас проникаем в окно. В окно проникаем. Он не хочет залазить в окно. Неужели я не разбил? Я же, по-моему, попал. Ладно, берем мусор. Еще раз бросаем. Да, попал. О, залез. Хорошо. Фонарик берем. У меня два фонарика и бинокль. И, по-моему, здесь больше ничего и не было, что магнитится еще. Ничего больше не магнитится. Хорошо, забираем. Забираем его, пробуем вылезти пробелом
через окно. Вылезли. Получилось у нас вылезти. Замечательно. Возвращаемся обратно на базу. Значит, бинокль у нас уже был, поэтому он относится к этой куче. Фонарик. У нас еще нету фонарика к этой куче. И один фонарик мы носим с собой. Ключ желтый нам пригодится, когда мы будем подниматься на второй этаж. Итак, у нас осталась еще комната, которая... Где же это? Что он там высматривает? Что он хочет? Что он думает? У нас осталась комната-спальня. У нас осталась комната там, где стоит у него куча молока на полочке. В общем, еще есть комната довольно-таки много. Что у нас тут? Тут прихожая. Сьюзи, кстати. Сьюзи не магнитится, как вы видите. Проходим дальше, смотрим, что в этой комнате. Подкрываем все шуфлядки. Может быть, у него там что-то есть такое, чтобы магнититься. Часто может быть здесь отмычка. Часы. Часы у нас, кажется, уже, конечно же, не кажется. Они точно у нас уже есть. Еще один бинокль. Ну, по-моему, и все. Но нам нужно в обязательном порядке вот это вот собрать, выбросить, открыть. Вот, как-то вот так. Магнит забираем и проходим вот сюда. Кажется, он нас засек, и он бежит к нам сюда. Но мы пробуем его обхитрить и выбежим вот таким. Он все-таки кругом обошел. Что у нас тут наблюдается? Бинокль у нас уже есть, поэтому мы сбрасываем его в эту кучу. У нас часы уже есть, тоже сбрасываем в эту кучу. И двигаемся дальше. Значит, спальню мы его обследовали. В спальне ничего интересного мы не нашли. Ну как интересного? Нового ничего не нашли. Генератор не магнитится, можем его сразу же включить, по идее. Стул убираем. Значит, мы там не пройдем ванная. В ванной комнате я не уверен, что там что-то есть, но нам все-таки желательно так в нее все-таки проникнуть и посмотреть, будет ли там что-то или нет. Ведро, кстати. Ловушка соседа. О, сосед. Оп. Магнит, магнит, магнит. Магнит, магнит, магнит. Еще один бинокль. Лампа. Фу, блин. Фонарик. Мы взяли еще один фонарик, и тут больше, по-моему, ничего нет. Унитаз. А унитазик, кстати, любят прятать отличные штуки. Но у нас есть еще одна штуковина такая, которая не относится к нашим исключительным вещам. Все, мы можем смело двигаться на второй этаж на поиски дополнительных вещей. Камера, если мы попробуем пробежать. Так, здесь ничего нету магнитящегося. Лампа не магнитится, как мы замечаем. Машинка, да, могла бы магнититься, но она не магнитится. Тапочек еще один. Я, кажется, в предыдущем видеоролике этот тапочек не брал. Мы можем открыть задние двери. Тут, короче, есть зомби-манекен, который тоже не магнитится. И мы будем двигаться на второй этаж, продвигаться на второй этаж. Вот мы и прошли на второй этаж. Эти двери мы пока не можем открыть, потому что у нас нету синего ключа, который спрятан. Вы помните все, что он спрятан? Что спрятан ключ синий за картиной с яблоком, которая находится на таком месте одном хитром. Так, надеюсь, нас тут сосед не поджидает. Его здесь нету, отлично, нам повезло, можно сказать. Откроем вот эту тумбочку, возможно, здесь что-то есть. Ничего нету, пробираемся дальше. Опа, есть. Лампа не магнитится, решетка не магнитится. Ага, тут ничего не магнитится. Открываем эту штуковину. Тут у нас ключ будет. Тут у нас закрыто. Вот и для чего нам понадобился ключ. Замок. Замок магнитится. Чудесно. Замок нам пригодится. Проходим дальше. Что тут у нас еще? Пушка. Пушка магнитится? По-моему, пушка не магнитится. Ключ нам можно будет оставить уже на базе. Пушка, пушка, пушка. Пушка, пушка, пушка. Не магнитится пушка. Очень печально и очень грустно, что она не магнитится. Ключ забираем. И бежим на базу. Бежим на базу. Опа, камера. Надо же. О, сосед, привет. Сейчас мы... О, даже словил меня. Ничего себе. Значит, замок – это новая вещь, которая магнитится. Пушка не магнитится, мы, в принципе, ее можем пока что оставить вот здесь, пока она нам не нужна, место занимает. И нам нужно снова пробраться на второй этаж, чтобы забрать наши вещички. Значит, тут камера, засекает наш сосед, ничего страшного. Пробираемся себе смело на нашу точку. Тут нам нужно было получить... Забираем наш ключ, который тоже относится к вещам, которые магнитятся. И теперь нам нужно, предстоит сложная, сложная вещь. Нужно на присядочку, присядочку подойти. Так, присядочку, присядочку, аккуратненько. Подойти, 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 подойти на самый край, что ли.
Так. Встать. И сделать прыжочек. Опа, есть. А раньше у меня совсем это не получалось, сейчас это все легче. Магнит. Я не проверил, магнитится ли картина. Ну, картина, скорее всего, не магнитится. Сид меня чем-то бросает. Так, забираем ключ. Ключ у нас есть синий, теперь мы можем проникнуть на третий этаж. Это очень круто, очень хорошо. Что же здесь еще? Здесь какая-то тумбочка, развалы какие-то. Возможно, здесь что-то можно еще намагнитить, но ничего, видите, не магнитится. И мы можем пробовать разогнаться и прыгнуть снова на нашу... На наши... Опа, есть, получилось. Что мы тут видим? Что мы тут видим? Решетка. Мы должны туда проникнуть в обязательном порядке. Очень, очень обязательно. Ключи, фонарик пока что оставляем. Сберем табуретку в сторонку. Кстати, насчет тумбочек надо проверить. Тумбочки, ничего не магнитится. И забираем наш фонарик. У меня спрашивал даже на канале Ник, что у него не получается эту решетку никак открыть. А сколько мы включили генератор? Это убиваем. Насколько мы включили сейчас генератор? Он у нас гудит. Чудесно. Ой, сосед нас тут не устраивает. Нам нужно, чтобы он ушел. Нам нужно, чтобы сосед ушел. У нас не получится это совершить, если сосед будет здесь стоять. Давайте тогда сюда зайдем. Тут еще пока проверим, что-то здесь может есть, что магнитится. Не уверен, но надо проверить. Кстати, карточка. Она, скорее всего, тоже является магнитом. Нужно пробовать, нужно пробовать. Здесь ничего не магнитится, здесь тоже ничего такого нет. Так, нам нужно проникнуть на третий этаж и там тоже пособирать. Вот, соседа нету, чудесно. И мы можем попробовать теперь открыть ту решетку, если нас, конечно, сосед не словит. Вот этот рычаг нужно дернуть. Сосед застрял, забаговался. Пока он забаговался, мы открыли, по идее, решетку нашу. И бежим быстренько. Бежим быстренько, стараемся. Вот эта решетка открыта, и мы успеваем проникнуть сюда. Все получилось. Открываем. Магнитится также карточка, да. Да. Она магнитится, но фонарик. Мы вынуждены выбросить фонарик. Берем карточку. Карточка просто нужнее нам будет. Это чтобы закончить игру, по сути, нужна карточка, если так разобраться. Значит, что у нас тут? Тут выход туда, в ту дверь. Пока что магнит оставляем. Забираем магнитик наш. Так можем спуститься вниз, прыгнуть. Но этого нам пока делать не надо. Мы можем еще вот эту собрать табуретку. И нужно мне еще проверить, обязательно проверить одну вещь, которую сейчас я покажу. Так, все, мы все пооткрывали. Вот тут вот. Может быть, здесь что-то есть такое, что магнитится, и оно сейчас притянется. Нет, ничего не притягивается. Мы бежим сейчас на базу. Бежим на базу, чтобы сбросить наши лишние вещи. И потом будем подниматься на третий этаж. Вот тут у нас все хорошо, все в порядке. Вот получается у нас насобиралось сколько? Ключик желтый нам уже не нужен. Карточка нам пока не нужна. Ключик нам синий нужен, чтобы попасть на третий этаж. Бежим, надеюсь, сосед еще забагованный. Там бегает. Вот он, да, он тут забаганный, хорошо. И мы спокойно себе открываем замок, забираем его себе, потому что он тоже магнитится, скорее всего. Бросаем, проверяем. Проверяем замок. Да, замок магнитится, и мы нашли еще одну вещь, которая магнитится в Hello Neighbor Alpha 3. Антенна не магнитится. Шкаф. Шкаф только прятаться можно, нельзя просто так открыть. Ведро не магнитится. Лампа не магнитится, ничего не магнитится. Диван не магнитится, эта штука не магнитится, и тут тоже... А, вот часы, часы есть, часы нашли одни. И там, по-моему, бинокль. Не хочет бинокль так просто мне поддаваться. Не хочет. Как мне попасть в бинокль? Чтобы его... Так, бинокль. Иди сюда. Вот, получилось. То есть, у меня еще две вещи есть. Но часы не могу подобрать, потому что у меня не хватает уже слотов. Слотов не хватает. Спускаемся вниз. Спускаемся еще вниз. Генератор работает. Мы возвращаемся себе спокойно на базу. И сейчас будем подсчитывать. Бинокль мне не нужен. Это новая вещь, исключительная, которая раньше не встречалась. Ключик тоже новая вещь.
Значит, у нас осталось забрать вещи. Одну вещичку мы оставили. Сейчас откроем. Одну возле решетки, это, по-моему, там и фонарик. Выбросили, нас не хватало слотов. Все-таки словил. Ох, не повезло. Значит, одну на втором этаже, а одну на третьем этаже. Две вещи нам еще осталось собрать, и будем подсчитывать результаты. Значит, вот тут мы поставили вещичку одну. Это 100%. Кстати, камеры. Что насчет камеры? Камера, скорее всего, тоже магнитится. А, нет, камера не магнитится. Не магнитится камера, к сожалению. Так, тут мы все забрали. Вот тут я где-то бросил свою вещь. Вещь свою бросил. Вот он, фонарик. А то, о чем я вам говорил. Подождите, а почему тут эти двери закрыты? Фонарик нужно забрать. Забрали фонарик. И теперь нужно попасть на третий этаж, чтобы совершить похищение бинокля, если я не ошибаюсь. Если память не изменяет. Там был бинокль. Бежим за биноклем. Камера засекает. Сосед нас ловит, к сожалению. Давайте попробовать как-то сбить камеру. Ботинка, может. Ей сбили. Сосед ловит, но я камеру сбил. Возможно, теперь он там не будет нас ждать. Я так надеюсь, конечно. А он не ждет. Так, как... мне нужно забрать мой бинокль. Что же происходит такое? Почему он? Нужно забрать мой бинокль. Бинокль находится на третьем этаже. Все-таки словил. Я думал, так, знаете, по-хитрому. Капкан, ни одного капкана. Ох, сосед пошел туда. Значит, мы идем сюда. Надеюсь, его тут не будет. Так, третий этаж. Везде вставил своих ведер. За часы там были, а не этот самый, а не бинокль. Я перепутал. Что же это такое? Сосед везде мне ловушки понаставлял. Я не могу теперь получить то, что мне надо. Опа. Так, быстренько. Третий этаж. Есть часы. Наконец-то я к ним добрался. Фух. Теперь можно смело возвращаться домой. Даже если меня сейчас ловит сосед, ничего страшного. Мы смело будем себе и спокойно подсчитывать все, что у нас магнитится. Магнитится. Итак, давайте подсчитывать это сюда. Магнит. Магнит не в счет. Магнит — это вещь, которой мы это все делали. Пускай он тут лежит. Итак. Раз, два. Фонарик. Раз. А, фонарик не в счет. Один фонарик не в счет. Вот так. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вещей, которые магнитятся в Hello Neighbor Alpha 3. 12 вещей и плюс еще всякий такой хлам. В принципе, вот там еще были урны, кстати. Я забыл про них. 12 вещей, но я вроде запомнил. 12 вещей. Вот тут еще были урны, получается. Урна, крышка, урна. Пропала одна урна, к сожалению, случайно. Ну, хотя бы это вот так три. То есть у нас пропала одна вещичка, мы ее приплюсуем. Это выбрасываем. И это выбрасываем. 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15. 15 плюс 12 будет 27 вещей, которые мы всего нашли в Hello Neighbor Alpha 3. Да. Ну, 12 вещей, которые не повторяются. И еще... раз, два, три, четыре, пять. Раз, подождите. Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, 15 плюс 12, 27. Ну, в принципе, на этом и челлендж такой законченный и магнитный. Мы поняли, что в Альфе 3 есть 12 вещей, которые магнитятся. Если же вы знаете какую-то еще вещь,
которая тоже магнитится, но которую я вдруг где-то упустил, не нашел. Вы обязательно напишите про это в комментариях, и я это проверю и, возможно, запишу такой маленький еще один видеоролик на эту тему. А на этом все. Большое вам спасибо за то, что вы меня смотрите, то, что подписываетесь на канал, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на социальные сети и, самое главное, на группу ВКонтакте. Потому что в ней выпускаются тоже ролики. Если вам интересно смотреть их, следить за тем, какие выходят новые игры, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все такое. До скорых встреч. Ваш Миломоб. Пока-пока.